Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о приборах серии DETA разных поколений, которые находятся здесь перед вами. На первом ряду это протоколы клинических и технических испытаний, те самые протоколы, которые доказывают эффективность работы приборов разного поколения. Соответственно, перед вами 15-программные приборы первого поколения, которые сейчас есть приборы второго поколения, и перед вами в цветных корпусах приборы четвертого поколения. Это последние достижения нашего предприятия, которые были созданы за последние 3 года. Это прибор эндогенной биорезонансной терапии. Первая модель двухканального прибора. Это профессиональный диагностический прибор, это профессионал, который позволяет проводить и диагностику, и самую различную терапию. Фактически этот прибор заменяет полностью всю поликлинику со всеми методами анализа. Соответственно, все эти приборы делятся на 2 категории. Это приборы DETA-RITM и DETA-AP. Чем они отличаются? DETA-RITM работает на органотропных частотах в диапазоне от 0,1 Гц до 100 Гц, с шагом в 1/100 Гц. Приборы DETA-AP предназначены для уничтожения патогенных микроорганизмов, для того, чтобы уничтожить те или иные проблемы. Соответственно, работает в диапазоне от 0,1 Гц до 86 кГц с очень высокой точностью. Оба прибора великолепным образом дополняют друг друга. То есть один уничтожает тех, кто нам с вами мешает жить, а второй восстанавливает органы до его исходного состояния. Совместить эти 2 прибора в одном абсолютно невозможно, поскольку у них принципиально разный метод работы.